Кухня ЖКХ. В проекте «Кухня ЖКХ» задаем актуальные вопросы генеральному директору УК «Актив Комфорт» Манькову Максиму Павловичу. Добрый день. Добрый день. В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг мы все чаще стали встречать загадочные аббревиатуры и ребусы, непонятные обычным гражданам. Давайте попробуем разобраться. Вот, например, что обозначают аббревиатуры СОИ и ОДН? Ну, СОИ – это вообще такое понятие, которое включает в себя коммунальный ресурс, предоставляемый в целях содержания общего имущества. СОИ сокращен содержание общего имущества. Это те коммунальные ресурсы, которые предоставляются как раз-таки непосредственно для его обслуживания. Они включают в себя холодную и горячую воду и электроэнергию. По отоплению такого рода коммунального ресурса нет на предоставление содержания общего имущества. Соответственно, для вот содержания общего имущества необходимы коммунальные ресурсы, такие как, например, вода для уборки подъездов, да? Электричество для освещения подъездов и работы лифтов. Согласно действующему законодательству, начисление может производиться по прибору учета, но не выше норматива, да, который установлен субъектом, органом исполнительной власти субъекта региона, да? Либо распределяется сразу в соответствии с показаниями общедомового прибора учета. Данные разъяснения вам дадут, естественно, управляющие компании, потому что управляющая компания является как раз-таки получателем денежных средств этих, однако не имеет никакой самостоятельной коммерческой выгоды в данном вопросе, и все эти денежные средства перечисляет в энергоснабжающие организации. Как правило, наоборот, бывает то, что управляющая компания как раз-таки платят дополнительные деньги за счет собственных средств ресурсоснабжающим организациям, поскольку те денежные средства, которые перечисляются жителями, не покрывают расходы в соответствии с общедомовым прибором учета. Что нужно делать собственникам, чтобы исключить возможность увеличения СОИ? Ну, самое основное, это, как бы, конечно, затраты на электроэнергию. В данном случае рекомендации есть через управляющую компанию повышать энергоэффективность дома, устанавливать освещение с датчиками движения, да, которые не будут гореть бесконечно. Это своевременно и в полном объеме передавать показания своих индивидуальных приборов учета. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.